Башавтотранс выпустил на маршруты Уфы модернизированные автобусы, установив на них новые газовые двигатели китайского производства. С работой сервисного центра компании ознакомился глава Башкортостана Ради Хабиров. Вот в 2014-2016 годах предприятие за счет средств республики приобрело в лизинг 181 автобус, работающий на газу. И с тех пор 79 автобусов вышли из строя. Несколько лет они простаивали в законсервированном виде. В октябре 2018 года на предприятии подготовили дорожную карту по восстановлению вышедших из строя автобусов. Этот проект Башавтотранс реализует с китайской компанией Яхае, которая поставляет новые газовые двигатели. Они, кстати, более чем в два раза дешевле оригинальных европейских. Один двигатель обходится в среднем в 1 200 000 рублей. Специалисты из Китая приезжали в Уфу и провели обучение сотрудников сервисного центра. 2-3 года они стояли законсервированные. Мы все-таки их запустили, установили новые двигатели. Сейчас они побегут по городу. У них есть еще как минимум 50% ресурса. Все это вот на благо того, чтобы нам хорошо обслуживать наших жителей Уфы. Ну и кроме того, глава Башкортостана вручил медали за трудовую доблесть трем работникам Башавтотранса, слесарям Ильдару Ахмаеву и Франису Самигулину, а также мотористу Николаю Масальскому.